Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень простой и очень вкусный кокосовый пирог. В миску выкладываем 150 грамм мягкого сливочного масла. Добавляем 105 грамм сахара. И хорошо перетираем вилкой или венчиком, чем вам будет удобно. Добавляем 3 яйца и еще раз хорошо все перемешиваем до однородности. Всыпаем 90 грамм просеянной муки, 120 грамм кокосовой стружки, 2 чайные ложки разрыхлителя и 10 грамм ванильного сахара. Все хорошо перемешиваем и тесто готово. Форму, в которой будем выпекать, застилаем пергаментной бумагой. Форма у меня 40/20. Хорошо смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Тесто хорошо разравниваем по всей форме. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Готовому пирогу даем немного остыть, достаем из формы и разрезаем пополам. В виде начинки можно использовать любой джем, варенье, повидло, чем вам больше нравится. Я буду использовать абрикосовый джем. Хорошо, распределяем джем по одной половинке. Накрываем второй и разрезаем на кусочки. Разделяем по одному кусочку и по желанию сверху украшаем, чем вам больше нравится. Я буду украшать сверху шоколадом. Беру 50 грамм шоколада, растапливаю в микроволновке и сверху произвольно украшаю каждый кусочек. Пирог готов, он получается очень вкусный, немного рассыпчатый и по вкусу чем-то напоминает Баунти. Так что попробуйте приготовить. Также ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео.